Итак, новая распаковка из Китая. Много чего нового пришло. Долго шло, естественно. Пришло, как всегда, в одной упаковке. Вот этот нагревательный элемент работает от 12 вольт и нагревается до 220 градусов. Ну, как заявлено. Здесь были такие красненькие штучки, которые я снял. Их уже выбросил, да. Решил проверить, а работает ли эта вся тема типа кроны. Не скажу вам, работает. Я подключил, тут вольтажа нету, там плюса-минуса имеется в виду. Вот от такой батарейки я начал его держать, он до сих пор теплый. Он начал постепенно очень сильно разогреваться. То есть сначала он такой легкий нагрев, потом начинает очень жестко разогреваться. Не знаю, что там за вещество находится. Вот, то есть можно подключить вот к этой теме и, в принципе, использовать как кипятильник. Но я не знаю, до какого он разогреется, и это просто нагревательный элемент. Вот, но они там разные есть. Есть там до 110 градусов, но я что-то взял на, вот, на 220, 12 вольтный. У меня есть аккумулятор 12 вольтный от шуруповерта. Также, в принципе, есть там всякие, не знаю, эти, от мопедов. Ну, понятно, что вот от автомобильного он вообще жестко разогреется. Вот, так что вот такая интересная тема. Возможно, кому-то будет интересно. Их на AliExpress, они недорогие все эти дела, но на AliExpress их дофига разных есть. Я не знаю, для каких бытовых целей. Ну, чай разогреть только что, или как-то, не знаю, но вот по факту вот такая вот тема.